Всем привет, с вами Ванок, и сегодня у нас на повестке дня игра под названием Kingdoms. И когда-то она уже появлялась на моем канале, где я ее оценил как довольно местечковый, довольно слабенький во многих отношениях, и в техническом плане, и в плане контента проекта, который при этом имеет некий потенциал. И сказал, что в принципе, если разработчик все-таки доведет свои идеи до конца, ну или по крайней мере до какого-то хоть результата, то получится довольно неплохой, интересный проект, потому что, в принципе, потенциал в нем очень серьезный. Это игра, в которой мы, в принципе, что-то вроде Life is Fiddle, но только в масштабах именно одиночной игры отыгрываем. То есть, когда у нас есть возможность основать собственный город или стать жителем какого-либо города и выполнять различные действия, строить здания, выращивать какие-то там картошки, рубить деревья, добывать камни, производить ресурсы. Опять же, мы можем командовать другими людьми, ну, то есть стать мэром нашего города, можем стать обычным жителем, выполнять задания какие-то. В общем, игра в этом плане реально получилась довольно перспективная, но по части того, что разработчик уже к этому моменту сделал, к сожалению, она была очень слабенькой. И у меня для вас сразу две новости. Начнем с плохой. Плохая заключается в том, что игрушка осталась все такой же слабенькой, и каких-то прям совсем кардинальных изменений не последовало. А хорошая новость заключается в том, что все-таки начались патчи, то есть разработчик все-таки вернулся к своему проекту, не забросил его, потому что были реально серьезные опасения, что так и случится. Потому что с момента выхода моего видеоролика, первого по данному проекту, прошло куча времени, и никаких обновлений не было вообще. И только вот буквально вот недавно, ну, в момент записи данного видео, как все это будет дело в плане, когда уже это видео на моем канале появится, я не знаю. Но в момент записи патчи прям как из рога изобилия посыпались. Они все не очень большие, они маленькие, но они что-то добавляют, и видно, что проект все-таки развивается. Вот, поэтому, в принципе, игра еще не списана со счетов, еще можно на нее посмотреть, и можно попытаться оценить вообще, насколько она перспективна. Вот сейчас вы наблюдаете примерно процесс, как в этой игре ты себя чувствуешь, когда ты попадаешь на пустынный мир. Я специально сделал такую вот запись предварительно, ее ускорил, чтобы вам скучно не было, пока я сижу, вам что-то рассказываю. И убил двух зайцев сразу. Вот то, что сейчас наблюдаете, это вот как раз пустынный мир. Это вот как раз случай, когда я выбрал те перки, которые позволяют собственное поселение основать, потому что здесь еще не все так просто. У вас мало очков навыков первоначальных, и вы можете потратить различные вещи, но не все вещи, точнее даже так, есть здесь на самом деле один единственный правильный билд, который позволяет действительно основать поселение. Все остальные, они уже вам не позволяют это сделать. Вам нужно будет присоединяться к каким-то уже созданным. Вот. В принципе, это не так уж и плохо. Здесь есть еще и альтернативный вариант. Создать мир уже населенный, где уже будут города, и прийти в эти города и в них поселиться. Я, если не забуду, этот момент тоже постараюсь вам осветить. Но вот это момент уже, когда именно вы, по сути, отыгрываете какого-то просто жителя. Что касается мэра, то здесь все довольно пока что примитивно. Да, вот есть вот какой-то там определенный геймплей, но геймплей по сути скатывается в то, что мы бежим куда-то, находим место более-менее подходящее. В данном случае я нашел место, в котором, на котором уже есть запасы железа. Это, кстати, одно из нововведений, то есть связано именно с этими запасами. Вот, и начинаете рубить деревья, просто рубите деревья, причем рубка деревьев здесь довольно кривая, потому что сначала должны взять топор. Я и в прошлый раз с этим косячил, и в этот раз я долго не мог вспомнить, почему у меня не рубятся деревья, а нужно просто не просто его копировать, но еще и взять руки, а берутся в руки они тоже очень хитро. Ну, в общем, берете в руки топор и начинаете сначала рубить дерево, из деревьев выпадает такое огромное бревно, где само дерево исчезает. Бревно вы тоже начинаете рубить, оно куда-то там может укатиться еще в процессе, тоже здесь есть условно такая физика. Ну а пока вы его рубите, вы получаете, опять же, дерево. Как ресурс называется полностью? Просто вуд, просто дерево. Из дерева можно сделать планки, доски. Но в принципе вы можете на это пока заметить, что планки вам на первой нужны будут только для того, чтобы сделать лук. Лук тоже особенный элемент игрового процесса. Я ее в прошлой серии показывал, как он работает. Ну, криво работает, на самом деле, но можно охотиться на животных с помощью него. А строить дома при этом вам все равно не нужно для этого только дерево, и все. Даже вам не нужны именно вот эти самые доски. Вам нужны только дерево, и даже если вы строите дом, который
типа с каменным фундаментом, вы можете смело забить на описание каменной и только вложить туда бревна, которые вы срубили. Ну, в общем, в этом плане все примитивно пока что, и многие элементы игрового процесса тоже довольно примитивны, нет развития. То есть, допустим, если я поначалу, в начале своего видеоролика упомянул Life is Fiddle, вы должны понимать, что это очень условное сравнение, и в плане многих механик Life is Fiddle может дать фору данной игре, ну, не знаю, огромную фору. И уж каким не был Life is Fiddle сам по себе, довольно своеобразным проектом, но в этом плане он действительно проработан. Здесь же все очень, еще раз повторю, примитивно, простенько, и, возможно, патчи со временем будут это исправлять. Как будет по факту, я не знаю, и, в общем, поэтому я все еще не готов эту игру рекомендовать всем. То есть, если вы готовы подождать с возможностью получить и на выходе все тот же гнилой продуктик, ни о чемный, то, как бы, да, если нет, то лучше ждите дальше. Если вообще к этому готовы. В общем, как так получается, в общем, вступление сделано, давайте немножко еще раз посмотрим на геймплей. В принципе, во многом он будет повторить то, что я вам показывал ранее. Чуть больше я и об этой игре знаю, чуть больше разобрался, поэтому чуть меньше тупки будет, но все равно будет больше именно вот такой беготни. Так что я вас предупредил. Ну, начнем с того, что мы сейчас в хранилище положим вот эти добытые нами некоторые ресурсы. Всякие вот эти. Я, кстати, не знаю, здесь есть ли общественное хранилище, потому что это, по-моему, хранилище мое личное. Ну, если нет, то не страшно. В принципе, надо будет как-то просто разобраться. Возьмем в руки лук. И стрел сейчас. Просто выйдем сейчас, может быть, какой-нибудь оленя подстрелим. И давайте заодно посмотрим. У меня, в принципе, у меня все нормально. Пока что по характеристикам. Я вот буквально один день здесь, одну ночь провел в этой игре. Потому что я построил очень высокие статы. Именно развитие, то есть очень быстро рубится дерево, очень быстро строится, мало нужно ресурсов для строительства. Ну, в общем, все очень песочные такие характеристики. У меня даже какой-то поселенец есть, но я, правда, не знаю, куда он делся. Мне кажется, он в какой-то доме уже живет. В каком именно, не знаю, потому что я за ним не следил. Ну, домик попроще, такой деревянный, здесь никого нет. Возможно, он куда-то ушел, кстати говоря. Нужно пошел добывать ресурсы. Он вообще у меня строитель по своей профессии. Как здесь работают профессии? Ну, довольно простенько, на самом деле, опять же, они работают. Ну, нет, здесь его нет, куда-то ушел. Здесь он не умер, потому что здесь как бы... Вообще, есть появились агрессивные бандиты, которые тебя могут атаковать. Какой шанс, что они тебя встретятся прямо рядом с моим городом? Я думаю, что он минимальный. Моя задача сейчас заключается в чем? А, кстати, смотрите-ка. А, ну это как раз залежи, это у меня залежи сейчас отображаются. Мне кажется, железо. Я их добывать пока что не могу, я даже гамь какой не могу добывать. Ты где-то здесь были отметки, причем они как-то очень странно появляются и исчезают. Отметки на еще один какой-то ресурс. Давайте сходим туда, посмотрим. Вот, Зиндар у меня город. Остров называется Кайрадия. То есть все по чесноку. О, он кто-то идет, кстати говоря. Это другой уже идет. Можно, на самом деле, кстати, общаться и просто с встречными путниками. Никто не заставляет. Они сами, их никто не заставляет к нам примыкать, но они могут к нам примыкнуть, а могут не примыкнуть. Вот смотрите. Типа, не какой-то незнакомый сеттлер идет. И сразу же он нам предлагает принести ему дерево. Я соглашаюсь. А, стоп. Я не соглашаюсь, потому что, собственно, вуд я только что выложил. Но это не проблема, сейчас мы быстренько его прям примнем на рубе. Он вообще, он может идти, кстати, даже не к нам. Вот, кстати, баг есть. Баг есть, все равно даже остается, что он как-то странно реагирует на попытку добыть дерево. Если у тебя в руках нет топора, но он экипирован, он тебе это, как раз эту надпись будет писать. Я долго втуплял, даже когда уже второй раз начал играть. Что это за фигня, потом понял. Итак, но он, кстати, идет не к нам. Он идет не к нам, но это не мешает нам дать ему бревно. Мы получим за это 5 голды от него. Ну и опыт, собственно, голда даже важней. Вот у нас 550 голды. Мы голду купим для того, чтобы к нам, нам учить какие-нибудь полезные навыки. Итак,
Вот он появился. Очень странно, на самом деле, эти локации появляются. Видимо, пока они хорошие на территории своего города, они как-то исчезают, еще что-то. Вон там воют волки. Но, по-моему, волки, если атаковать нас не могут. Ну, на всякий случай, я так сказать. Йо, не могут волки атаковать нас, сказал я. Оказывается, волк, ух ты, Вилли, а интересно, если я умру совсем? О как, а я об этом даже не подумывал, что, оказывается, меня могут атаковать. Я думал, все просто в этой игре, так. К нам прибывают еще поселенцы, вот, кстати, это наш как раз строитель, видимо... Они тебя случаями волки-то не сгрызли в прошлый раз? Не тебя? Ну, в смысле, ну, ты понял, да, о чем я, мой путник? Так, короче, это как раз сейф, когда я как раз зашел в дом свой, начал болтать с вами. Ну да, вот ты в этом доме живешь. Давайте-ка, ну, хоть на самом деле, вот у нас строитель и так уже есть. Что-то, правда, чем-то непонятно занимается. Но я, кстати, удивлен, очень сильно удивлен, что, оказывается, здесь и есть все-таки агрессивная фауна. До этого я бегал, может быть, ее не было просто, в принципе, в этой игре. Что, кстати, тоже есть вероятность такая. Почему бы и нет? А, возможно, мне везло. Есть и такая вероятность. Но надо теперь быть готовым, оказывается, к таким вещам, что волки могут напасть, тебя скушать. Ну, тоже геймплей, на самом деле, очень хороший показатель, на самом деле, такого момента. Что нам нужно аккуратнее быть. Что не просто так он надо нести, сломя голову к этим местам. И что волки, черт возьми, тут довольно-таки суровые. Потому что я помню, да, помню, были же волки. И они от меня убегали. Ну, раньше, когда я играл. Сейчас, видимо, довели этот момент до ума. Теперь волки атакуют. И очень даже неплохо атакуют. У меня брони еще да, кучи нету никакой. Поэтому он меня так легко раздел. Это, собственно, не является чем-то необычным, что волк меня удел. Помню, Life is Fiddle тоже волки. Когда еще только Йоурн появился, я помню, тоже там была целая проблема. Волку убить, уж не говоря о медведе каком-то, что они прям были очень жуткие существа, очень много урон наносили. Кстати, мы должны этот сейчас Аренбанк захватить. Я попал... А, я в лесу попал, между прочим, кстати говоря. Вроде как я его захватил, но лесу, блин, еще довольно сложно убить, на самом деле, я так понимаю. Потому что она юркая, быстрая, а вот оленя... Тут еще проблема в том, что... Да, тут с прицеливанием вообще дело швах. И кого-то подстрелить. Вот тут как-то появляется этот прицел, но... Очень странно он себя ведет. С полным прицеливанием. И звери, конечно же, убивают. Краса здесь невозможно. В общем, процедура, ну, очень геморройная, на самом деле, в плане охоты. То есть как-то он целится, каким макаром. В плане дальности тут надо очень серьезно выбирать. Ну или вот так вот бегать, как дурачок. И бить лесу мечом, попробовать забить ее. Это вообще реально? Охота, это, конечно... Тот еще, я не знаю, как здесь вообще можно охотиться, именно если, допустим, ты выбрал охотника, житель. То есть вот так вот только в упор бегать и в упор ее фигачить. Как бы это можно, в принципе, сделать. Если бы она, конечно, еще бы не врезал, точнее, не проскакивал сквозь камень. Бешеная олень теперь у нас скачет. Да, процедуру, конечно,
Боевку я еще, по-моему, в прошлый раз характеризовал. Если не характеризовал, то надо, конечно же, еще раз сказать, что она просто ужасна. Особенно стрельба. Стрельба прям вообще не интуитивная. Кого-то убить можно вот только в упор. Так, я понял. Я еще собирался волка пойти бить луком. Ага, конечно. Убил бы я его луком. Вот так вот можно охотиться. И все. Проще всего на самом деле. Так, ну и мясо я все-таки получил с нее. И главное, не особенно далеко от города уж бежал я. То есть, в принципе, оленей можно, наверное, так же, если ты его, конечно, догонишь. Вот, а еще тут у нас есть пшеничка. Правда, не знаю, я смогу вообще что-то печь, потому что навыка бейкерс, ну, то есть этого пекаря у меня нету, пекаря самого тоже у меня нету. Ну, в городе я имею в виду. Без навыка, наверное, как обычно, ничего не получится. Ну, можно, на самом деле, по первой ягоды есть. Ничего критичного. Ну, я так понимаю, что, в принципе, вот эти все точки на карте, это тупо вот эти как раз пресловутые всякие, ну, не шахты, как это, не шахты назвать сложно, это залежи железа, которые прям поверху лежат. Просто в лес не особенно хочу теперь соваться, после того, как я понял, что здесь есть волки. Сохранение здесь делается, есть, но он делает очень странно. В плане автосейва. Вот, а еще здесь вот эта анимация, когда он меч опускаешь и что-то взять, это, конечно, прям тоже дебилизм полнейший. Конечно, это типа условно-реалистично, но реалистичность здесь, как бы, ну, знаете, вот такая вещь, которая, на мой взгляд, в данной игре только мешает. Так, ладно, давайте еще немножко дерева добудем. Немножечко добудем. И я думаю, что наша задача на сейчас это, в общем-то, ждать дальнейших поселенцев. Надеюсь, их не будут сжать волки еще при этом, при всем. Но я очень надеюсь, что того поселенца не волк сажал, и в этот раз его никто не сажет, а тогда сажал. Вот, хорошо, да, озвучил. Просто не знаю, куда он делся. Реально не знаю, куда он делся. А стоп, а я разве тут строил? Я тут не строил. Как она так переместилась? Я строил вот эту нотис-борд вот тут. Я точно помню это. Она в чем-то сюда ушла. Деревки. Интересно, девки пляшут. О, это все. Вот этот. Да, понятно, что я его это потерял на самом деле, то что он реально. Он копает. Что-то он что-то копает. Нифига себе, в этой игре есть лопата. Не. Это ж я таких вещей крафтить не могу. Я могу крафтить вот только вот эти вещи. Может быть, есть, конечно, какое-то здание именно, как, не знаю, это назвать-то, плотника, там, кузнеца, где можно что-то продвинутое крафтить. Здесь вот, собственно, все, что здесь есть, это вот эта фигня. Ну-ка. Что здесь появлялось? Казалось? Но это хранилище тупо, да? Ну-ка. Мука, флорбэк один. Флорбэк, флорди. Не. Флорбэк. Флорбэк. Что-то я немножко запутался. Для муки нужно один мешок муки. Для мешка муки нужно 10 муки. Где делается мука? Кстати, я догадываюсь, уже делается мука, на самом деле. Нужно построить мельницу. А для постройки мельницы нам нужны перки, еще и в том числе гербалист. Не просто воркер, работник, но и гербалист. А у меня этого навыка, само собой, нету. Поэтому продолжаем жрать, что попало. Ну окей, ладно. Значит, вообще можно еще построить, знаете что, на первой, наверное, вот тут. Можно построить
Костер. Что-то не пойму. А что ты не хочешь строиться? Близко к другим структурам? И такое ощущение, что что-то в этой игре сломалось. Прямо... Ну, допустим, ладно. Тут близко. Построим тут. И вот тут мы можем кого-то там... Кого? Вот. Вот эту лесу пожарить. И получить за это опыт. О, он что-то, по-моему, какой-то ящик собрал. Ну-ка, ну-ка, ты камни? Нет, он камни не собирает. В общем, что-то там себе собирает. Ну, в общем, работает, мужик. Что не может не радовать. А я сделаю сейчас вот так вот. Значит, у нас 9:37. Мы сейчас подождем ровно сутки. Потому что мне хочется, чтобы у меня люди сюда пришли. Какие-нибудь еще заселились. А это процесс не быстрый. И, в принципе, просто кипнув время, мы можем, возможно... О, вот о чем я и говорил. Здрасте. И само собой, бревно у нас приносят. Поначалу, по-моему, все просят бревно. Чего ты меня можешь научить? О, он может меня научить, между прочим, довольно хорошей вещью. Ковки. Но это чуть-чуть давайте подождем. Так. Этого мы знаем. Вот этого... О, навелся. А он ничего у нас не просит, да? Странно. А он у нас путешествие может обучить. Спасибо, не надо. Вон, кстати, видите, ребят сразу начали что-то там строить. Я немножко даже профукал момент. Давайте-ка я что-нибудь красивое построю. Людей, кстати, много набралось там, между прочим. Реально много. Просто надо было сразу эти дома настроить, потому что как бы они в них сразу заселяются, они строят эти ужасные уродливые халупы. Ну, они, конечно, не уродливые, но они такие совсем примитивненькие. Вот, но это прям хорошие дома. Может строить чуть попроще вот эти деревянные. А может, типа каменные, для которых не нужен камень, что является очень хорошим таким... элементом, на мой взгляд, этого процесса. Хотя, в принципе, строят они не такие еще плохие дома. Они просто, они еще строят, видите, они вот так очень субурно застройку ведут, поэтому собственно тоже есть в этом проблема, что они строят кое-как, они сетку никакую не выравнивают и прочее. Еще бро, кстати, бывает, она вообще куда-то исчезает. Бывает, они вообще непонятно, где спавнятся вот эти. Бывает, вообще куда-то срубило, а бревно не появилось. Куда-то там впиталось. Потому что когда-нибудь оно потом еще появится где-нибудь. Он такой... В Life is Fiddle был тоже, что-то, по-моему, что-то пропадало, а потом появлялось где-то, не пойми как. Или не в Life is Fiddle, ну что-то такое, помню, в каких-то таких вот подобных играх было тоже с этим проблема. Да, и, кстати, там надо не забывать ставить маркер, типа, что дом на продажу. Так, ну что, ладно, мы сейчас быстренько чуть-чуть еще насобираем дерево. В принципе, строить дома может любой, потому что, собственно, любой может рубить дрова. То есть, если улучшены типа лесорубы, ну, как бы особенно это не особо полезно, да? Так, давайте еще один дом построим. Тоже постараемся его немножко выровнять по сеточке. Хотя бы вот так вот. Конечно, тоже я считаю строитель, но хотя бы хоть что-то. Так, ладно, сейчас мы достроим и попытаемся разобраться, кто к нам пришел еще. Потому что ребята наверняка будут нам полезны для наличия развития города. Если, конечно, захочу развиваться, потому что я, как вот тогда, помните, снимал, тот, кто меня там пришел, так на этим я и засел. Так, что ты тут такое строишь? Что-то он прям такое внушительное строит, на самом деле. Но я им помочь не могу ничем. Да, ну и наш персонаж, как я в прошлый раз, по-моему, заметил, что совершенно такой гном, который, блин, смотрит, как, на самом деле, типичная проблема в таких играх. Почему-то персонаж смотрит куда-то на дверную ручку, на уровне дверной ручки. Так, тут там уже даже что-то построил себе. Город наш, типа, ширится не между тем.
Так, ну это какой-то прямо этот, смотрите, Мальтийский орден. Конечно, конечно, вот тебе твое бревно. Таскай его на здоровье. Ты меня чему можешь научить? Торговля. Ну, нет. Ну, кстати, помимо того, что они нас чего-то учат, они, собственно, сами являются носителями этого навыка. И что нам тоже, опять же, дает определенные преимущества, ввиду того, что они у нас живут, и они этими вещами занимаются. Ну, ведь построил кое-как просто. Пойми как. В какую сторону смотрят вообще? Ну, а тут что-то прям внушительное, на самом деле, этот строй, ты даже не знаешь что. Но если это строитель строит, то, может быть, это что-то и полезное. Так вообще, мне нужен... Ой, тебя еще не знаю. Чоппер. Вот этот, типа, улучшенный лесоруб как раз он нас учит. Вон там, смотри, нифига себе тут это, у меня жители понабежало уже. Так, а это прям трейдинг-пост какой-то? Что это? Это реально Орис Кефил построил? Нифига себе, какой-то... Не знаю даже, что это такое, каменоломня, да? Прикольно. Слушайте, ну прям красиво все смотрится уже. Во. Во, во, во. Ты умеешь добывать камень. Или ты это... Или это дерево, которое исчезло у меня. Он рубит. Или это просто такая кривая анимация. Так, хорошо. 8 жителей у нас, 12 домов. Ну, живем мы, конечно, бедненько пока что. Но почему бы и нет? Tavern and Shops у нас две штуки аж. А тут может... Таверну он может тут строит. Таксы у нас 0. Эти как стояли, тут почему-то так и стоят. Вот там еще тут строить. Надо сейчас назначить нам человека, который будет собирать таксы. Потому что, собственно, довольно полезная вещь. Так, здрасте. Это тоже у нас кузнец, да? Тут еще кто-то есть. Прям какой-то совсем рыцарь у нас поселился в лесу. Ворона нас может научить. Ну, короче, из того, что из кого я отбежал, пока что никто мне тому, что я хотел, а хотел бы я бы научиться добыче, может быть. Хотя нет, даже не камня добыча, наверное, мне бы надо научиться какой-нибудь. Не знаю пока что. Надо смотреть, кто приходит, и там по этому, собственно, моменту и уже как-то осматриваться по ситуации, в общем, действовать. Ну-ка, тут сюда кто-то заселился? Всяк должен кто-то заселиться сюда, да? Ага. Вот. Ну, в принципе, жизнь налажена. Но, с другой стороны, теперь самое интересное, на самом деле, уже, можно сказать, позади. По крайней мере, из того, что есть. Слушайте, а вы не зависли у меня, нет? Там стоят и стоят, стоят и стоят на месте. Ну, зависли друг друга. А, и походу зависли. Ну-ка. Вот это, походу, завис. Да, замечательная игра. А можно вот эту фигню разобрать? Может, они из-за этого зависли? Интересно, если я его стукну, что будет? Ничего не будет, то есть френдфайера нету. Короче, эти ребята так и будут тут, похоже, стоять. И ты еще и вот это телепортируешься, непонятно каким образом. Нотисборд. А можно как-то.
сломать теперь. Хотя, чего я переживаю, я не факт, что вообще бы захотел бы играть. Так, ладно. Вот у нас есть тут специализация, мы, кстати, одного не знаем, между тем. И, допустим, Тревелера мы можем пока что назначить так с... А, понятно, сначала консула нам получить, да? Консул, с консула тогда можно отсюда будет нанимать кого-то. Понятненько. Вот этого, кстати, короче, не знаем. Как раз пришел. Архитектор, новичок. Нет, спасибо. Так. Вот, он теперь так с коллектор. Хорошо, а эти так, похоже, будут тут это стоять, это друг с другом сношаться. Обидно, обидно, все равно. Какое-то время было на это все дело потрачено. Тем не менее. Вот, ну, в общем, вот поселение готово. Вот мы тут можем что-то делать, развиваться. Здесь теперь будут появляться бандиты где-то на дорогах. Они могут атаковать. Мимо проходящих, может здесь воины объявлять будет, можно будет вот захватывать всякие вот эти руду, то есть как я это как раз сделал. То есть в этом плане вот как раз по сути, по-моему, все изменения, которые произошли. И сейчас, видите, у нас, как говорят, надо кирку взять, беру кирку я. А, смотрите-ка, я могу добывать камень неожиданно. То есть маленький камень я могу что ли добывать или что? Я тут, кстати, не понял момент. Как вот тут все-таки снести? Можно ли как-то сносить структуры? Или нельзя их сносить структуры? Ну, в общем, ладно, не суть важно. Потому что, в принципе, я думаю, вы примерно поняли, что каких-то серьезных изменений нет. Геймплей есть, но геймплей, вот то, что сейчас увидели, по сути, как бы он особенно больше ничем вас радовать не будет. Но давайте создадим и новый мир. Как раз до этого, я вообще ни разу этого не делал. Ой, надо, наверное, посмотреть хотя бы на это дело, потому что... Интересно, я сейчас создаю новый мир, тот же затрется, я просто не помню, если честно. Ну, допустим, все остальное мы также оставим. Нет, знаете, мы еще что поменяем. Скорость персонажа немножко увеличим. Мэп. Вот, отлично. И тут, допустим, мы хотим быть... Кем мы хотим быть, допустим? Мы же тут не должны уже те навыки, что мы брали, брать. Допустим, мы хотим стать... Сержант. Командовать можно даже, нифига себе. Давайте мы, короче, выберем какого-то бойца. Немножечко бойца. Немножечко, допустим. А добывать... Кстати, можно за бандита отыграть? То есть, видите, такого вот человека, который изначально именно на этом свои навыки задействует. Ну, допустим, диггера мы возьмем. Хотя... Как-то не особенно полезно. Чоппер, гарденер, бучер. Как бы, что ли, ну уже всех можно, да? Первоначально навыки все равно все, что ли, можно задействовать. Я просто сказал раньше, что не могу камень там копать и прочее. Сейчас сказал, что могу, например. Это не особо мне интересно. У вас... Да, давайте пойдем, короче, мы воином станем. А, то есть надо все равно как что-то добрать. Ну, допустим, и кузнецом. Вот, и сейчас наш мир сгенерируется. Я просто вам покажу, как выглядит этот место, этот мир. Уже сгенерированный, заодно сам посмотрю на него. Будет это не так уж и быстро. Видите, то есть это может занять даже несколько
Минут нам игра пишет? Нифига себе, то есть это вот даже вот так вот. Что ж, ну я сам на самом деле до кучи задал довольно много жителей на карте, что пока что ли они всех их не запомнят и не закончится. Ну, давайте тогда я поставлю запись на паузу и вернусь к вам, когда уже, собственно, вся процедура дойдет до конца, потому что, может, она идет быстро, но время ваше я все равно сэкономлю. Итак, появились мы в мире, сразу же в каком-то камне мы заспаунились, и в отличие от старта на чистом мире, мы не приплываем на корабле, мы появляемся уже внутри поселения. То есть, смотрите-ка, здесь уже есть стена, она, конечно, очень кривовато выглядит, и эта стена, ну, знаете, очень своеобразная, на самом деле. Ой-ой-ой, калькуляция дорог идет в процессе. Выглядит, на мой взгляд, это довольно странное решение, то что вообще, как бы, больше, скорее в этой игре поначалу надо было какой-то чистокол вести, остальное уже потом. Но как-то так, в общем, ну как есть, так есть. Начинаем мы тоже вообще, а, кстати, не как бомжи мы начинаем. Мы начинаем уже, у нас тут есть что-то получше, чем нежели лохмотья. Видимо, потому что мы начали, выбрали другой класс, видимо, это какой-то мечник. Что-то нам дали, видите, тут экипировочку получше. То есть вот у нас комплект кожаной брони у нас образовался. И у нас здесь даже меч. Вот надо почему-то. А, надо его достать. Все, забывая про эту вещь. Представляешь, почему все равно это? Руки у него голые, хотя тут он, как вы можете заметить, у него перчатки есть. То есть, как тоже недоработочка. Окей, тут кто-то чем-то занимается, кто-то что-то делает. Какие-то процедуры идут. Тут, в общем, все уже по-крупному. О, енотик. Ай! Ай-яй-яй! Я не думал, что я сейчас ее случайно протакую. Ну, местная боевка, понятно, очень специфичная. Я кого-то уже убил. Кого-то уже убил себе, репутацию себе понизил. Хотел енота убить, убил как жителя. Можно его полутать, можно не лутать. То есть, понятно все с этой игрой. Кстати, остальные меня не накинулись. То есть, была музыка боя. Ну, короче, остальным пофигу, да, что я кого-то там атаковал и прочее. Да, это при том, что это как бы город на самом деле. Тут на самом деле как-то, наверное, не очень хорошо должно относиться к тому, что я кого-то атаковал. Ну, как факт. То есть, в этом плане даже игрушка, видите, не особенно доработана. Но город как бы построен был, да и не самым плохим образом он построен. Можно, я так понимаю, лошадку. Я не знаю, кстати, есть тут возможность лошадку себе получить, или это пока что чисто животные окружающие, и все. Неизвестно, на самом деле. Ну вот выход, как бы здесь на самом деле писали, что калькулируются дороги, но как-то особенно тут дорог не вижу. Давайте мы сходим на эту метку. Скорее всего, там будет жалюзи железа. Да, именно вот так. Ну да, вот они как раз. Их можно типа заклеймить, да? И вот их типа заклеймил себе. Я не знаю, типа других не могут ими копать, что ли, или как? Ну, в общем, игрушка, созданная миром, это примерно, наверное, те же яйца, только в профиль. Вот, потому что, в принципе, та же фигня здесь творится. Те же непонятные какие-то застройки, чуть более организованные, потому что их застраивала игра предзагрузкой, а не сами. Ну, как бы особенно ничего. Вот там какой-то человек гуляет. Интересно, может, это бандит? Ну, вряд ли. Такой же, как я, по сути. Ты со мной не хочешь говорить, что ли? Типа, у меня репутация, что ли, плохая? Умри! Нифига себе, он меня протыковал. Ну, правда, он тоже кучу урона нанес. Ну, короче, урон от мечей здесь какой-то прям дикий. На самом деле, в этой игре. Ну, ты подожди, кстати, стоит махать на меня, накидывать еще. Добивать мертвого уже, можно сказать. В общем, игрушка как была такой вот дикой, такой странной, так и осталась на самом деле, потому что, ну, кстати, сохранился. Вот сохранился от сохранения, так что, в принципе, можно разные сейвы отыгрывать. В общем, игрушка очень странная. Игрушка, правда, при этом улучшается, обновляется, дорабатывается, надо понимать.
Но сколько займет эта доработка, потому что реально обновления по чайной ложке чего-то там добавляют, хоть они и были в последнее время частыми, но как эта частота сохранится, я не знаю. Может, разработчик опять там сейчас что-нибудь поделает и опять на год уйдет своими делами личными заниматься. Не знаю, но в любом случае вот такая игра есть, и потенциал этой игры все еще сохраняется, но с каждым разом все меньше и меньше становится, все тает и тает, потому что эта игра странной выглядела еще в прошлый раз, при том, что к моменту тому, когда я вам первый раз про нее рассказывал, она уже была очень долго в разработке. И, кстати говоря, ее, по-моему, даже разработчик серьезно таки все-таки переделал один раз, и поэтому до этого она еще хуже была. Но вот как-то так получается. В общем, Kingdoms Reworked Version 0 с 435. Ну а с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!